Всем доброго времени суток, дамы и господа. В этом видеоролике я хочу вам показать один из самых эффективных билдов для проноса соло данжей. В чем же суть данного билда? Суть данного билда, точнее основа, это боевой топор. В одну руку берем боевой топор, во вторую руку факел. Почему именно факел? Потому что факел это в принципе дешево, да и нормально в принципе. Как бы скорость атаки дает, да и в принципе ничего-то топору не надо. А на голову берете колпак ученого, чтобы у вас мана не проседала. На тело есть два варианта. Можно взять куртку лазутчика для более быстрого проноса данжей. Можете взять куртку наемника, если вы прям жесткий новичок и у вас есть проблемы с просадкой хп. То есть с курткой наемника у вас никаких проблем не будет. На ноги, в принципе, не обязательно брать ботинки охотника. Можете сюда взять что-либо другое. Можете сандалии ученого, чтобы по мане вообще не проседать. Можете вообще любые сапоги брать, в принципе, неважно. Так, ну мне с курткой лазутчика, например, больше нравится фармить, потому что данжи быстрее проносятся. Ну и плащ рекомендую брать накидку Тедфорда 4.1, 4.2, в принципе, вам хватит. Почему именно я взял 4.1, а не 4.0? Да, в принципе, по цене они одинаковые. Как бы смысл мне брать 4.0 за 67 тысяч, если 4.1 стоит так же. 4.2 уже подороже, поэтому взял 4.1. Еще можно взять просто двуручный топор, в принципе. Вот. И куртку наемника. Вот так вот тоже, в принципе, можете быстро фармить. Но мне лично вот так вот лучше. Так, давайте по скиллам еще раз покажу вам. Вдруг кому что непонятно. Здесь, в принципе, колпак стоит на ману. В общем, здесь вот так ставим все. Ну и ботинки, опять же, не важно. Я ставлю на сокращение способности. Вот, ну, а тут на урончик. В принципе, можно даже так поставить. Опять же, не суть. Это не важно. Так, топорик, первую кюшку ставим третью, если у вас шестое ношение прокачано. Если же у вас шестое ношение не прокачано, для фарма мобов рекомендую вам использовать вот этот скилл. Если уже у вас не получается зафармить босса, то ставите вот этот скилл. В общем, вэшка у нас адреналин, как бы, и можно вдруг что убежать, да и скорость атаки дает. Ну, ешка, тут все понятно. А здесь я рекомендую ставить глубокие раны, в принципе. Вот. Из еды я беру обязательно сомы, чтобы быстрее, в принципе, быстрее у вас здоровье восполнялось. Ну, и обычные четвертые яды, вдруг что там, вдруг какой-то босс мощный, просто в босса кидаете яды. Давайте уже зафармлю вам данжик и покажу, как этот билд работает. Кстати, после того, как вы зашли в данж, не спешите прям сразу фармить этот данж, потому что в любой момент к вам может чувак забежать в спину и просто вас слить. Для того, чтобы не было такой проблемы, просто жмете Escape и жмете выйти из игры, для того, чтобы засечь 90 секунд. Например, вот сейчас жму выйти из игры, и когда будет 210, я смогу пойти спокойно фармить данж, не боясь, что ко мне кто-то войдет в спину и просто меня сольет. Кстати, на моем канале помимо видеороликов по Альбиону еще есть и стримы по Альбиону, так что можете залетать вечером, там подписываться, лайки ставить, колокольчик, в общем, все дела. Аминь.
Ну что ж, дамы и господа, данжиш я прошел довольно-таки быстро. Давайте посмотрим, что выпадет у меня с фиолетового сундука, в принципе. Ну, выпало 52 тысячи. Ну, на данный момент, в принципе, это нормально. Хотя я ожидал большего, но, в принципе, пойдет. В общем, залетайте на стримы, с вас лайк и подписка. С вами был Снайперок. До новых встреч!